решением волосного собрания Мяйтагузы заключить договор об объединении с властями Алая, Языку и Тудулина, на свет появилось крупнейшее на сегодняшний день добровольное образование самоуправлений в нашем уезде. Название мы выбрали подобающее – волость Алутагузы. Присутствующий на подписании договора об объединении старейшины волоси Мяйтагузы Тауна Выхмар говорит, что это очень важное решение для будущего региона. Это решение, которое наше волостное собрание приняло, самое главное для наших детей, чтобы теперь вместе развивать и заботиться о нашей территории. Да? Вся эта берега Чуйского озера теперь... Ранее или позже, я думаю, что Илюка тоже включается к Алутагузе волость. И теперь мы имеем как бы 1/3 нашего уезда, территории. И где можно теперь уже хозяйствовать, принимать решения и как бы улучшить жизнь. Не только на тех границах, которые бывшие совхозы остались в сегодняшний уезд, а более широкие уже смотреть. И если мы думаем о детей, то они ведь это приглашают свои друзей сюда. Не только этот, на тех границ, которые имеют все волости, а вот именно это восточные, это Эстония, это Ида-Вирума. И для них не существует этих границ между Мяйтагузой и Языком, например. Так иначе с друзьями они хотят быть там у Чуйского озера, это Селисо, там гулять или Куреме ходить. Это наш край, и это для меня важно. Договор об объединении и заявление на изменение территориального устройства были подписаны на мызе Мяйтагузы и переданы уездному секретарю Эви Эаст.